Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, по аккордам ставим каподастр на третий лад. В куплете и во вступлении вот такие аккорды. G, C, E, M и опять C. G, C, E, M, C. Итак, как мы играем? Ставим G. G мы играем вниз, 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 вверх. Ставим C. Вот сыграем G вниз, 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 вверх. Ставим C. И мизинец на первой струне с шестой лад мы оставляем в куплете и в вступлении он постоянно зажат. То есть все аккорды мы мизинец не убираем. G с мизинцем, C с мизинцем, E, M тоже с мизинцем и C опять с мизинцем. Итак, ставим C. Тут мы играем вверх-вниз, вниз-вниз-вверх. Вверх-вниз, вниз-вниз-вверх. Да, вверх-вниз, вниз-вниз-вверх. Ставим ЕМ. Тут мы играем вниз, вниз-вниз-вверх, ну, как G. И C опять так же, как уже было. Вверх-вниз, вниз-вниз-вверх. Ну, и, соответственно, заново по кругу. Как только мы переходим на припев, вот Е, С сыграли, тут у нас идет Д. Д мы полностью играем, как будто G и С, то есть вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Пошел у нас припев. В припев мы играем аккорды Е, М, С, G и Д. Играем вот как мы только что Д играли, то есть вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Переставляем. Ну и в целом вот вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.